Всем привет, с вами Тед на аккаунте Алекс 007. Какая дичь, ну типа, да, просто жестко было. В общем, я думаю, вы поняли, что вас сейчас ждет. Игра против 4600 Протоса на первый взгляд. Но в реальности я попался против Грандмастер, игрока Миндель ВК. И тут я решил поиграть со своими скриптами, которые я показывал во вчерашнем видео. Обязательно посмотрите его. Нам пишут GLTF. Ну, мы тоже напишем, пожалуй. Тоже напишем GLHF. Эту игру Миндель записывал в рамках своей рубрики «Из бронзы в ГМЛ». Можете посмотреть игру с его стороны в конце видео. Это проверочная ГЛ, наш соперник пока не знает, что это значит, но это уже кое-что произошло. Уже кое-что произошло. Мы запустили, ребята, мы запустили читик. Все потому, что читик на букву G. Играем против Протоса. И я просто писал G, чтобы проверить, работает он или нет. Играем против Протоса. И самое главное, это мы уже играем, ребята. У нас уже 4500-4600 ММР. Понимаете, что это мастер-лига уже идет. Серьезные соперники. О, то есть у нас все очень-очень-очень серьезно. Вот, и мы будем играть стандартно. Будем играть стандартно, потому что здесь уже можно играть стандартно. Здесь ребята будут, так сказать, ну, играть в StarCraft, скорее всего. Вот мы встретились с разведывательной пробкой соперника, да, то есть мы играем... Мы вдвоем играем нормально, скорее всего, не знаю, сейчас посмотрим, кто у него там на базе. Вот, и есть план, короче, мы будем просто делать вид, что мы играем вообще полный стандарт. Посмотрим, что у него тут все в порядке по пилонам и по прочей ерунде. Так, все, он у нас добыл минеральчик, супер. Готовимся занимать сами вторую. Второй пилон у него есть, все нормально. Мы будем идти в пуш, то есть мы будем делать вроде бы нормальный сталкер в центре. Здесь легко, ребят, разводить обычно. Ну, то есть, типа мы показываем, что мы делаем пуш. Мы не делаем пушек. Вот он собрался подсматривать, что у нас строится. Весьма нормальная стратегия. Мы тоже у него подсмотрим. О, это Сентри. Это Сентри, ребята. Это макрос его стороны. Это макро. Ну, то есть, мне кажется, будет нормально. Ставим Next. Ставим Nexus. Готовимся делать разведку. Так, подождите. Сейчас я вам скажу, что я тут заметил кое-что. Я кое-что заметил. О, парниша этот наш. Играем в фаржу. Все равно это макро, скорее всего, мне нужен будет плюс один. Парниша допустил небольшую, возможно, ошибочку. Делаем еще сталкер в центре. Он запалил. Запалил нам, что он пробкой домой не пошел. Опачки! А здесь-то у нас прокси-пилон. Все, он успел отменить его. Неплохо. Вот. Нам надо, главное, вот этого сейчас прогнать. Штуку эту. У нас самих supply блок. Я его, наверное, загнал в supply блок. Не знаю, как у него дела. Батареечка есть, то есть защита есть. Супер. Что это у нас вообще такое? Это он играет то же самое, что и я. Смотрите, мы играем стандартное PvP. Сейчас единственное, что. Возможно, он сейчас делает эти... Как их называют? Бусты. Возможно, он делает бусты в юнитов на данный момент. Или в апгрейды, или еще во что-то. А мы играем сейчас, смотрите, мы делаем супер халявную экономику. Будем доварпать сталкеров по чуть-чуть. Так, и все. И вот этот вот... Вот этот вот у нас парень пойдет сейчас в разведочку. Короче, мой план. Я сейчас варпаю юнитов. Прям жестко варпаю юнитов.
Смотрите, смотрите. Идем ставить третью базу. Он очень хорошо разведывает. Проверим его третью базу. Даже покажем, смотрите, мы покажем, что у нас здесь пилон есть. Вообще мы показываем, что у нас полнейшее стандартище такой, ну, нормальное стандартище, да? Есть тут третья или нет? Нам бы на третью покушать. Смотрите, третья база есть, у нас у двоих есть третья база, но я перестал строить пробок. Он, скорее всего, сейчас увидит, что у нас мало гитов. Смотрите, что мы делаем бусты, а мы ставим гиты сейчас вот здесь. Короче, у нас такая вот обманочка будет. Мы, короче, ему абсолютно не даем возможности понять, во что мы играем. Тут я, короче, проверяю, что вообще работает он или нет. Вдруг я что-то накосячил. Я смотрю, блинканется сам сталкер или нет. Ну вот блинканулся, значит, все работает, можно идти в пуш. И все, вот у нас. У нас есть база. Смотрите, мы ему показываем, что у нас есть база. Уничтожаем его развед фениксов и идем в атаку. Побустим гиты. И сейчас начнется блинк микро. То есть он играл тоже в блинк. У него сейчас вряд ли много чего будет. Возможно, у него апгрейды делаются или еще что-то. Давайте фениксом проверим, что он как делает. Смотрите, смотрите, у него армия там находится. Все, мы занимаем позицию, просто начинаем наказывать. Я не знаю, захочет он микрить или нет. Смотрите, он решил с нами помигрить. Посмотрите на наших сталкеров против его сталкеров. Я не знаю, без батарейки это точно будет глухой номер. Ну, отличная попытка с его стороны микроконтроля. Нас уже просто сталкеров перебор. Смотрите, ударим по иммортал, отойдем. Отойдем. И начинается микроконтроль. Просто посмотрите на микроконтроль. Он немножко понаглел, наверное, решил, что это. Алекс втащил, посмотрите просто, как мы втащили. Это было жестко. Какие были лимиты, во-первых? У него было очень много. Смотрите. Просто-напросто, ну, то есть у нас ровные лимиты. Вот в этом прикол. Он чуть-чуть строил пробок, смотрите, он заказал чарши плюс 2. И так это нормально, так все делают. То есть все же развиваются. То, что у меня третья база, у него третья база. Но у нас вот больше на вот этих вот, знаете, на 7 сталкеров у нас больше. Да, то есть на 7 на 7 сталкеров больше. И за счет вот этого вот нашего микрочита, так сказать, мы здесь умудряемся вот этот бой просто втащить. Посмотрите, как жестко просто. То есть у нас как бы по ПМу было все нормально. Сейчас два косаря ПМ просто-напросто. Какая дичь. Ну типа, да, просто жестко было. Не знаю, но такие штуки, короче, если вам нравятся игры там с читами, в принципе... Напишите, я вам покажу больше такой. Вообще, если бы Миндель старался, я думаю, мои скрипты не особо помогали. Скорее зарешала стратегия и те самые плюс 7 сталкеров. Ну а вам я предлагаю посмотреть игру со стороны Минделя. Она вот всплыла в подсказке. И чтобы узнать, хлебушек я или нет, отправьте это видео. Алекс 007.